Ну чего, Зая, вылечили зуб-то? Так вылечили. Что сказали? Сказали, два часа ничего не есть. Ну. Да, так после таких цен полгода жрать ничего не будем. Зая, ты чего? Я тебя на кухне жду. Куда пропал-то? Что ты делаешь-то тут? Разбодняк. Что? Да вчера по телеку показали. Попробуйте правую палочку Твикс. Ну и что? Так чего? Купил, опять дверь ему попалась. Ну как так-то, а? Беда какая. Шагом шагает наш отряд. Так что происходит-то здесь? Ты что делаешь-то? Солдатиков. Ты нормальный вообще? Нормальный, а что? Какой нормальный человек будет из яиц делать солдатиков? Да я даже шучу, пока сковородка разогревается, вот решил поприкалываться. Ну ладно, можно тогда вот этого вот возьму? Не трогай полковника! Это подорвет мораль солдат.